Всем привет. Всем привет, привет. С компи на связи 2.14 на компе здесь. И сегодня у меня каточка в стендов. В стендов сегодня каточка, сегодня будем играть в стендов. Так, меня все просят купить перчатки. Хорошо, может быть, я в этой серии куплю перчатки. Я говорю, может быть, куплю перчатки. Ну и давайте немножечко. Я в супермаркете. Я пришел сегодня пораньше с работы, чтобы, так сказать, отдохнуть и поиграть с вами в Stand of 2. Ну и давайте возьмем первый триггер. Две прошлые серии были ответы на вопросы и было много шепота, 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 шепота. Сейчас я попробую записать побольше триггеров. Так как мы планируем сегодня купить перчатки. Я всегда играю в резиновых перчатках. Резиновых. Слушайте, давайте я отмечу, кто сегодня есть. Слушайте, слушайте, слушайте. Давайте отметим. Я сегодня очень быстро, поэтому триггеры будут быстрые. Здесь находится мой блокнот. Напишите в комментариях сразу под этим видео, какую игру вы хотели бы увидеть в следующий раз.
спасибо большое. Дима Босс, Дима Босс, это мне кликуху придумали в Телеграме. Кто хочет, у нас есть для общения Телега и Дискорд. Ну, кто хочет. Так, ну и давайте. Скоро нужно будет купить перчатки. Я думал, какие перчатки мне купить. И пока я думал, давайте послушаем звуки деревянного пистолета в перчатках. Это мой пистолет в перчатках. Нужно его настроить. Настроим, давайте. Так, ну все. Так, нож я уже купил. Так как многие зрители просили меня взять перчаточки, я взял Dragon Scale. Жопа дракона. Ой, извините. Да, чешуя дракона. Я взял перчатки от чешуя дракона. А почему я взял эти перчатки? Ведь можно было взять другие перчатки. Ну, я скажу так. А мне они просто нравятся. У них есть отражение. Блеск. У них есть шейдеры прикольные. И также цветовой контраст. Цветовой контраст. Что такое цветовой контраст? Вы можете загуглить. Те, кто занимается цветокоррекцией видео, я вам скажу, что это такое. Это когда на какой-то модели присутствует и холодные, и теплые цвета. Когда на той модели присутствуют холодные и теплые цвета, это цветовой контраст. Здесь на этих перчаточках оранжевый, это теплый. Желтый, оранжевый, теплый. И холодный, бирюзовый цвет. Темный. То есть это цветовой контраст. Если вы хотите сделать нормальную цветокоррекцию, вам нужно делать цветовой контраст. Вы можете наблюдать цветовой контраст во всех фильмах. Например, «Трансформеры» и другие фильмы любые. Вы обратите внимание, что в кадре присутствуют холодные цвета и обязательно теплые. Например, кожа персонажа. Оранжевый цвет машины. Например, Камаро на холодном фоне. Так, Пахан Про. Это мой бро, который подарил мне вот эту вот пушечку. Вот эту вот снайперочку. Он мне подарил четырьмя наклеечками. Пахан Про, я про тебя помню. Спасибо большое, спасибо всем, кто помогает. Спасибо всем, кто помогает. Эти пушки я буду использовать в видео и использовать их для будущих видео, для проектовой покупки нового оружия, обзора оружия и для того, чтобы записать вам ASMR. Так, ну и давайте. У меня есть еще одни перчаточки. Так как я купил перчатки, держу я дракона. Они как раз сейчас со мной. Кстати, я всегда играю в стендов в этих перчатках. После того, как я купил перчатки Dragon Scale, чешуя дракона из Шо, чешуя из Шо, я сразу же начал выигрывать.